И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival. Все так же на Генезисе. Да, я там сейчас протупил, короче, жестко. Ну, в прошлой серии. Там, получается, что было? Король размаха, не росомаха. Короче, кто говна блевотный. Не, бетку я прошел, кое-как прошел. Чисто просто повезло. Что-то как-то где-то альфа забитым на полпути. На полпути, короче, даже никак ничего нигде. Вот, что получил, короче, миссия говна, кусок говна, все говно. Погнали на другую миссию. Погнали на другую миссию под названием Dodo Ball. Да, пойдем сейчас на Dodo Ball. Кстати, да, давай Last Move Location. В болотное обратно вернемся на то же самое место. Я сейчас попытался, короче, ну что там? Бетку я примерно раза три еще попробовал, и альфа раза три, короче, попробовал, и все. Да пошел на все в жопу, ну честно. Страдать фигней, ну как бы, по-моему, это как минимум тупо. Так, где у нас... Вот, одиночный додобол. Давай тебя будем отслеживать. Пошел ты. Куда мне идти? Угу, отлично. Да фига как далеко, где я нахожусь. Дофига далеко. О, это реально дофига далеко. Так, значит, мне нужно в болотку на Энку. Ну да, вот на Энка. Так, в итоге подзачистить территорию. Приколово. Ну да, поэтому и вывез несколько ударов. Ну что, погнали смотреть, что вообще будет. Командный. Типа я не могу запустить. А, командный я типа могу запустить. А что мне это дает? Синий, красный команде. А, понятно. Типа здесь у нас сейчас идет разделение на команды, короче. У-ху-у-ху. А можно здесь не лазить? Пожалуйста. Пожалуйста, отойдите все нафиг отсюда, с этого поля. Я тут только что на Бладсталкере горцевал. Меня уже прям бесит все это. Так. А, ну это. Это. Убрать, наверное, труп надо с поля. Чё б не мешался. Надо было нормальный запустить. И было бы хорошо. Давай уже, командный, грузись. Здесь я думаю, что такой... Ага, вот, все. Нет игроков, он это... Значит, я правильно понял. Без игроков я не могу запустить. Все, запускаем гамма. Подобрать. А, бросай сюда. Все, я понял. Подбираем. Бросаем. Я таким говном занимался и без этого. Вот, занимался этим, когда закидывал этих куропаток в этот. Слушай, ты не попал, что ли? Ё-моё. Когда закидывал в этот, в свои загончики. А, нужно всего лишь 2 из 10. Так, не, надо кидать по центру. Я знаю, как это работает. Кидать надо по центру и желательно даже, наверное, лучше с прыжка. Ты серьезно, прям вот это вот. Вот это вот более точно подходит. Но. Подлагивает что-то здесь, конечно. Ай-яй-яй. Да, додошка это не мячик. Пружинит он немножечко по-другому. Э! Свинота, ты где? Вот. Господи, ты что? Туда летело. Отлично. А. Ну да. У меня что-то персонаж дрищ, он немножечко слабо кидает. Ну, в смысле, он не может трехочковый кинуть. Слишком далеко. А хотя, может, он с этого круга только и попасть нужно. Тут тоже как бы стоит... А, что, вся, что ли? Ну давай еще.
Серьезно, мясное рагу. Ну, спасибо. Ну, вы поняли, насколько эта миссия говна. А, прям какой ужасный. Теперь нужно только 25 попасть. Ну, классно. И что я получу? Два мясного рагу. Ах, как это классно. Да в смысле? Ты вообще-то должен был попасть. Так, стоп, подожди, надо это убрать. Все-таки так полегче будет. Ну, вообще ты должен был попасть. А, ну хотя поближе. Надо поближе подходить. Надо поближе подходить. Еще вот этих тварей всех сейчас поубивать перед Альфой. Они меня уже прям раздражают. Ну если что, от них подлагивает, как бы вот это вот все. А на какого-то фига этот тролль просто переместился сейчас сюда. А что самое главное, я могу в них попасть додошкой. Ну как бы еще раз подтверждаю, повторяю точнее, да и игра сама подтверждает, что игра против меня. Ну как бы, камон, сколько раз уже она что-то делала такое, что типа вообще быть не может. А вот у меня может, вот у меня сейчас рой переместился ко мне. Норм тема. А, там у меня еще времени-то дофигища, я думал, там времени уже на исходе. Чё я на времени глянул? Вот просто, смотри, он просто в это место рой переместился. Ну это как из разряда заспавнится рой прям на мне, потому что надо, чтобы это, Бладсталкер не томился, да? Вот это примерно про то же самое. Я говорю, как бы кидать-то их тут изи-бризи. Если вот не буду упираться в что-нибудь такое. Так, о, отлично. Вот он здесь вы. Он был там. Сюда переместился. А, седло платформа. Короче, да. Седло говна, призы говно. Ну давай смотреть, что Альфа. Альфа у меня. Ты серьезно, да, вот это сейчас? Тварь тут заспавнился у меня. Просто здесь. Козлина. Вот серьезно, да? Игра, ты мне сейчас будешь здесь всякое говно еще спавнить. Кстати, а вообще додошки-то здесь спавнятся или нет? Что-то я этого не заметил. Я обычно это замечаю, в том плане, что я делаю ферму. Здесь я ферму не делал. Вот, поэтому, ну, то есть, не... Яйца не это... С яйцами не заморачивался. И вот как-то вот что-то это... Но скидывать быстрее можно? Отлично. Чутка не туда глянул. И промахнулся. О, чё и на я нажал. Просто по кольцу прокатилось. Как? Зачем? Я не знаю. Ну, кстати, это вот тоже из того же разряда, что и ралли, только здесь больше туда-сюда суеты, и может начать кружиться голова от того, что у тебя вот это вот туда-сюда горцует и подфриживает. Здорово, жирничек. Кстати, там что, циферки что ли пишут? О, плюс 3. В смысле, это плюс... Это трехочковый типа у меня, то что засчитался? Это то есть не количество нужно закинуть, а очков все-таки забить. О, прикол. А я думал количество. Ну-ка, давай-ка отсюда. А, все-таки трехочковый можно кидать.
Ну ты серьезно? Да ты мою мать, да пошла ты в жопу, тварь тупорылая. Давай еще третий раз, ублюдочное ты отродье. Какого фига? Просто по кольцу. Какого? Скажем так, на, какой шанс, что три раза вот так куропатка полетит вокруг кольца? Вот какой шанс? Ну, как видите, 3 из 3. В моем случае. Ай, ё-моё. Не, слушай, баскетбольные правила здесь действуют, это хорошо. Да, твою мать, пошел ты в жопу. Вообще там, за то, что он по кольцу погорцевал, могли бы что-нибудь и больше дать. Ах ты ж, ёб твою ж, вот сейчас просто пролагало не вовремя. Вот какого фига, у меня сейчас покажут 65 FPS. Но фрезы я манал шатал. Ну, вот, конечно, я понимаю, это показывает, насколько арк все-таки стабильная игра. Не лагающая. Вот сейчас он вместо того, чтобы полететь вверх, он подфризился и полетел по прямой. Но это бог с ним. И как кайфово играть в сингловые игры, я вам так скажу. Ты играешь и понимаешь, что да, вот оно не лагает. Сейчас я не знаю, в какой воздух я ударился, и что я когда летел, меня в бокс двинуло, но, блин, ладно. Ты реально кайфуешь, ты играешь в сингловые игры, и такой, бляха-муха, нету лагов, да ты серьезно, нету вот этих фризов. Ну какой же черт побери кайф. А потом заходишь в арк, и начинается говно. Ну ничего. Почти в эту сторону. Ничего, скоро закончится арк. Писюточка. Скоро закончится арк, как бы то ни было. Ох, какой приз! Ну, такая. Вот, 2 говносупа. И, ну ладно, на мегахайлон и килон нормально седло. Да все равно. Я? Но. Я вот это сейчас забуду, и то больше пользы, по-моему, это будет. Да. Ну вот как-то так. Так вот и живем. Ну я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Да, вот так будет серия короткая. Потому что выпускаю, все-таки хочу выпустить вот эти все ралли, вот это все в ряд подряд, прям чтобы зафорсить уже. Камон, сколько можно? Скоро год будет, как я выпускаю. Я думаю, второй генезис я буду допроходить до конца, и там уже год моим этим приключением будет. Вот. Поэтому давайте уже форсить все это дело, тем более миссии здесь куски говна. Можно было их выпустить в одну. Ну, я уже рассказывал. Я хочу, чтобы миссия была отдельной миссией. Ну а это уже с вами был, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Конечно, делиться моими лицами, друзья. Все, всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра, всем пока.